Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня речь пойдет о четырех кранах-близнецах от одного админа. Значит, это по сбору Dogecoin, BitTorrent, значит, Best и еще вот есть CranStellar. Значит, что я хочу сказать, друзья. Ну, как работать, я показывала. Я на этом зацикливаться не буду. Я хочу сказать по выводу средств и о кошельках. Значит, Dogecoin, друзья, мы выводим на Faucet Hub. С этим все понятно. Значит, BitTorrent мы выводим на TronLink. С этим тоже все понятно. Хочу особое внимание ваше обратить на два крана. Значит, это вот этот бат. Как и куда его выводить? Значит, смотрите, нажимаем сюда вот на человечка. И нажимаем сеттинг. Пока нет минималки, у меня очень много вопросов люди задают. Как бы. Так. Виснет, как всегда. Сейчас загрузится. Сеттинг. Значит, смотрите, друзья, внимательно. Вот здесь, где мы прописываем адрес, написано. Вот адрес. И вот здесь красными буковками на иностранном языке. Вот здесь красными буковками на иностранном языке. Прописать email Coinbase. Вывод идет на кошелек Coinbase. Я не знаю, можно ли выводить на биржу. Понимаете? Здесь написано Coinbase. Не сам адрес вот этой монеты BAT, а именно email адрес. Я прописала email адрес. Это все стерла и прописала email адрес. Далее, с этим понятно, да? Идем на другой кран. Тоже. Ой. SpaceStellar. Значит, друзья, на этом кране мы изначально собирали криптомонету Tron. Потом Tron убрали. Админ убрал. Поставил криптомонету STEM. Теперь STEM убрал. Поставил вот криптомонету Stellar. Так. Далее, когда мы заходим на сайт, вот будем логиниться, я специально оставила, читаем вот эту, все, что здесь написано. Вот особенно хочу обратить вот на этот как бы сайт, потому что здесь постоянно у нас меняются как бы монетки, и админу походу никак все не определиться с криптомонетой, какую монетку собирать нам. Значит, обращаем внимание, что здесь написано. Вот я не знаю. Значит, смотрите, вывод на Coinbase здесь написан. Значит, сейчас я зайду на криптомонетку, на сайт. Так, сейчас. Что разгадаем и зайдем. Сигнал. И вот здесь у него опечатка. Вот XLM. Должно XML. Опять вот видите, техработа или что здесь? Сейчас я обновлю страничку.
Может, опять монетка поменяется. Может, еще что. Сори, что здесь написано? Так, переведем на русский. И опять же хочу обратить ваше внимание, когда сайт откроется, да, на адрес. Возможно, нужно будет прописывать email-адрес от Coinbase или же от биржи. Так, мы сожалеем, что так, вы, вероятно, подозрительно. Главное. Ну, вот такой вот, не знаю, то ли тех работает, то ли еще что. Логин. Так, сейчас еще зайду. Разгадываем капчу. Пока вот монетка Stellar. Я не знаю, почему так он все мечется. Никак ему монетку не определить. Сигнал. Так, все, я попала на кран. Вот, значит, минимум монеток отсюда 0.20 монет, по-моему. Сейчас посмотрим. Значит, опять же, XML. Вот он вроде как исправил даже. Сейчас зайдем в сеттинг. Я вам покажу адрес опять же. Сеттинг. У меня вроде даже сейчас минималка и набрана. Тоже все это сейчас посмотрим. Ну, компьютер у меня конкретно тянет. Сейчас вернемся на стрелочку. Так, опять сеттинг. Такое бывает. Так. Да, смотрите, видите? Вот здесь написано красными буквами, друзья. Inter email Coinbase. Прописываем email адрес от кошелька, нажимаем на синюю вкладочку и сохраняем. Давайте теперь посмотрим минимальная сумма. Ого, минимальная сумма, оказывается, у нас, смотрите, 0.50 монет. Значит, до сбора у меня маловато средств. Так? Значит, далее что еще? Возвращаю тут на этот кран. Там грузить давай быстрее. И здесь тоже сколько у нас тут минималки. На вывод посмотреть. И когда мы на кране собираем вот фаусет, нам дается определенное количество монет, да, и плюс какое-то количество поинтов. Так, а здесь у нас минимум. Так, 0.10, как и было. Вот когда мы собираем, нам дается, как бы, можно вот на обмен даются поинты и дается вот этих монет. Сейчас даже посмотрю, покажу вам. Я вот только вчера вот это заметила, когда я собирала. Там горы или холмы. Подтвердить. Сейчас я вам покажу.
Вот обратите внимание, вот 200 монет мне дали, ой, 20 тысяч вот этих монеток мне дали бат. И плюс дали 500 поинтов. Видите? Вот. Вот здесь exchange. Потом эти поинты мы меняем. Когда у нас будет минималка 20 тысяч, да, они конвертируются вот в бат монеты. Ну, и вот на каждом кране это так происходит. И как бы переходит на основной баланс. Еще что я хотела сказать по поводу вопроса. Вы мне задаете вопросы. Я не администратор проекта. Бывает сайт на тех работах. Я также собираю эти монетки, как и не все. Вот здесь вот обратите внимание, рекламка. И вот здесь, друзья, крестик. Нажимаем на этот крестик. И вот здесь внизу есть email адрес. Копируем вот этот email адрес. Копируете. Идете на почту. И вопросы все на английском языке при помощи Google переводчика отправляем в техподдержку. Поддержка отвечает. Я общалась с поддержкой. Все замечательно. Вот. И следите вот, вот за этим, где мы Stellar собираем. Может он остановится вот на этой криптомонете. Как бы, может еще поменяет. Я не знаю, что у администратора на уме. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Надеюсь, моя информация была вам полезна. До новых встреч.